Добрый день. Я уже рассказывал о необычных услугах, которые предоставляются по всему миру. Но меня попросили еще порыться в недрах интернета и поискать новые необычные и редкие услуги. Сегодня я расскажу вам о услугах, которые можно купить онлайн. Каждый подобный сервис работает не только онлайн, но и в офлайн режиме. Некоторые из ниже представленных услуг покажутся вам совершенно сумасшедшими. Другие же, наоборот, весьма интересными и крайне необходимыми. Большинство из таких сервисов весьма популярны, и на них есть огромный спрос. Вам нужно расстаться со второй половинкой, но вы боитесь. Мы поможем вам. Нуждаетесь в маме? Без проблем. Хотите пообщаться с виртуальным другом? Даже в этом случае вы можете на нас рассчитывать. Вот есть такая услуга, когда привлекательные модели обучают мандаринскому языку. Вы действительно можете нанять модель, которая будет вас учить китайскому языку. Китайский язык известен как один из самых сложных языков для изучения в мире. Предполагаемые учительницы должны предоставить заказчику фотографии своего тела, а также резюме, в котором будет указан опыт преподавания. Создатель этой уникальной языковой школы, Кауру Кикучи, считает, что традиционный путь изучения китайского пугает многих. Обучение этому весьма сложному языку с помощью коротких эротических клипов дает другую перспективу. Курс проводится при помощи серии онлайн-видеороликов, которые позволяют вам соревноваться с другими учениками. Многие из тех, кто его просмотрел, считают, что видеоролики с участием молодых сексуальных девушек, одетых в нижнее белье, делают китайский незабываемым и легким в изучении. Покупка онлайн-услуги, которая поможет вам расстаться с девушкой, ну или с парнем, кому как нужно. Магазин, который предлагает столь интересную услугу, называется Breakup. На сайте в онлайн-режиме вы можете оплатить работу человека, который сможет поставить жирную точку в отношениях с вашей второй половинкой. За вас напишут текст, в котором будет понятно расписано, почему вы хотите закончить отношения. И вы его сможете уже отправить в качестве сообщения или же электронного письма тому или иному человеку. Это отличная услуга для тех, кто не решается сказать своей девушке или парню в глаза о том, что пора расстаться. Правда, расставание ныне стоит не слишком дешево. СМС-ка вам обойдется в $10, полноценное письмо в двадцатку, а за телефонный звонок придется выложить $29. Кстати, в последнем случае поговорят с вашей ненаглядной, ну, ненаглядным, бывшей, бывшим всего 60 секунд. Но поставщики услуг уверяют, что нужный эффект будет гарантирован. В качестве специальной эксклюзивной услуги магазинчик предлагает специальный пакет для тех, кому действительно наплевать. В него входит текст на 100 слов и издевательская открытка в конвертике. Если уж вас не удовлетворит и это, то в качестве супер-пупер эксклюзива эксперты по разрыву отношений лично помогут вам составить прощальный текст в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями. Мама на час. Мама на час является уникальной услугой в своем роде. Она позволяет вам заказать женщину, которая будет выполнять работу мамы всего за $30-40 США в час. Кроме того, вы можете приобрести дополнительную услугу обмена сообщениями с вашей мамой всего за $20. Сервис был основан Ниной Кеннелли, которая готова выполнять все то, что делает обычная мама для своего ребенка. Готовка, стирка, уборка, починка одежды, помощь в покупках, ну и, конечно же, разговоры по душам. Нина уверена, что такая услуга необходима многим. Женщина предупреждает, что ее нельзя нанять в качестве лучшего друга или горничной. Кеннелли обещает, что может обсудить с человеком, который ее наймет, все его проблемы, а также помочь найти выход из сложной ситуации. Этот сервис сотрудничает со многими врачами, юристами и даже полицейскими в Нью-Йорке.
Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Эта услуга идеально подходит для тех, кому сложно общаться с людьми и встречаться с противоположным полом в реальности. В зависимости от того, какого пола людей вы предпочитаете, на этом сайте вы можете купить себе невидимого парня или девушку. Работает все это следующим образом. Вы выбираете фото понравившегося вам аноним на сайте. Пишите организаторам сервиса о том, какого возраста и с каким характером должен быть ваш идеальный цифровой партнер. Вы даже можете придумать романтическую историю о том, как вы встретились со своей виртуальной любовью. После того, как техническое задание было составлено, а оплата за услугу упала на нужный банковский счет, ваша невидимая любовь будет каждый день писать вам смс и сообщения в мессенджерах, делать спокойной ночи, спрашивать, как прошел день, и в принципе отыгрывать для вас ту историю, которую вы и заказали. Единственное условие – чистые платонические отношения без интима. И да, они ищут себе работников. Так что если вы хотите за небольшое денежное вознаграждение примерять на себя личность чьего-то идеального партнера, просто пришлите им фото и пройдите тест на правописание. Ну все. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.